дня. Меня зовут Радимов Антон Антонович, и я единоличный участник проекта «Шнурок». И с сегодняшнего дня, пожалуй, уже второй раз, я буду пытаться снять вступительное видео в мой блог. Все видео на моем канале будут посвящены нескольким темам, таким как история музыкального коллектива «Шнурок» и все его новости. Дальше я буду рассказывать о том, как изменить себя, как стать лучше и как всегда добиваться желаемого. То есть это обычная психология и нейролингвистическое программирование, да, целеполагание и все прочее. Также я буду рассказывать о том, как добиваться успеха не только в музыке, но и вообще в любом другом деле. Просто я буду говорить о музыкантах, но это будет применимо и к другим остальным людям, занимающимся чем-либо. В своих первых видеороликах я буду рассказывать о подрешении музыкальных проектов. Буду рассказывать о том, как стать популярными, известными, о том, как зарабатывать музыкой и о прочем подобном. Идите ко мне, вместе мы сделаем этот мир лучше, вместе мы сможем все. Нет ничего невозможного. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе, на мой канал в Инстаграме, на мою страницу ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере. Следите за моим электронным блогом в социальной сети для творческих людей. Забыл, как называется, но название будет здесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Вместе мы сможем многое. Что же, помните о том, что мысли материальны, поэтому мыслите всегда позитивно. Что же, у вас все получится. До скорых встреч, друзья. Насколько то ни странно, все происходящее с нами напрямую связано с тем, что творится у нас в голове. Настраивать сознание следует творческими созидательными мыслями, отбрасывая все мысли о разрушении. Все мысли о неудаче заменять мыслями о удаче и так далее и тому подобное. К примеру, все мысли о болезнях заменять мыслями о здоровье и прочее. Надеюсь, вы меня поняли. Всю область рефлекторного мышления следует заменить сознательным. Пусть каждая отрицательная и негативная мысль сразу же невольно и на подсознательном уровне заменяется вами на положительную и, конечно же, позитивную, что позволит вам добиться успеха в любом начинании. Нет на свете той силы, способной сокрушить приказ воли и, конечно же, силу вашего духа. Сейчас я перечислю распространенные ловушки, на которые натыкаются люди, идущий к успеху, но у которых ничего не получается. В связи с чем это происходит? В связи с тем, что человек думает о том, что, во-первых, это невозможно, о том, что у него ничего не получится, и о том, что у других это не получается, значит, и у него не выйдет. Забудьте весь этот вздор. Слушайте мои советы, и у вас непременно все получится.